На территории будущего храмового комплекса в академическом районе города Екатеринбурга прошел очередной субботник. У храма святых Божиих строителей собрались самые трудолюбивые жители и гости района. О прошедшем субботнике узнаем в следующем сюжете. Окончательно храм будет готов к следующей Пасхе. Пока же все усилия участников субботников направлены на то, чтобы максимально преобразить местность вокруг церкви, чтобы достойно подойти к первому богослужению, которое состоится уже в августе. Выровняли горизонт, значит, завезли чернозем разбросали, посеяли травку. Значит, у нас задача к 19 августа сделать минимальное благоустройство вокруг храма. Мы все-таки считаем, надеемся и верим в то, что у нас 19 августа пройдет первая служба в этом храме в честь праздника Преображения Господня. Вообще здесь планируется целый комплекс, и это будет парк, который называется Преображенский. И вот как-то так совпало, что захотелось именно в этот день и в этот праздник здесь уже, скажем так, новый район преобразить к этому празднику. И думается, что у нас все получится с Божьим благословением, с Божьей помощью здесь трудимся. Ну и люди достаточно отзывчивые, и все всегда помогут во всем. Как и во все остальные субботники, самые активные участники здесь – семьи с детьми. Таким образом, родители уже с малых лет приобщают детей к труду и воспитывают в них чувство ответственности и участия в общих благих начинаниях. Пришли, во-первых, с энергией, то, что жизнерадостность, внести свое дело. Увидели своих знакомых, с которыми не виделись, допустим, целую неделю. Когда еще такая выпадет возможность приобщиться к коллективу людей, поработать на общественных началах, с хорошими людьми пообщаться, ну просто подчеркнуть энергии. А после труда на свежем воздухе жители и гости района угостили чаем и вкусными пирогами.